Скажи, пожалуйста, Сева, а мусорить хорошо? Ну, кидать мусор на землю хорошо или плохо? Меня зовут Роман, и я путешествую по Крыму. Очень приятно видеть чистые места. Что вы про чистоту Крыма думаете? Чисто в Крыму или грязно? Ой, грязно. Что делать будем? Будем вычислять и вычищать. Что будем делать, чтобы не мусорили? Обижать будем их. Вычислять и вычищать. Слава богу, в Крыму существует компания, которая называется «Очистим Крым от Аком». Аком. И вы можете на интернете найти. Эти ребята помогают Крыму быть чистым, убирают мусор и следят за порядком. Давайте следовать примеру этой прекрасной организации и не мусорить на природе.